как в том анекдоте, да? Помнишь такой анекдот знаменитый, когда красные ведут белогвардейцы расстреливать, там вьюга, там холод, так у них опущены уши у Буденов, а этот идиот, с него сапоги сняли босиком такой, за околицу вывозят, а они говорят, ну что, браток, холодно, он говорит, да, а нам назад возвращаться, вот так.